Всем доброе утро. У нас время пол-11. Я уже разогрела кушать Оксане и Марине. Марина, потому что уже тоже проснулась. И они кушают. Сейчас разогреваю себе кушать, уже поставила и буду монтировать видео. Сейчас выпущу видео с утра и потом вторую часть вечером, надеюсь, загрузится и сделаю. Так что вот такие вот дела у нас. Ванюша еще пока спит, но он всегда долго спит. Поэтому я его как-то и не бужу. Проснется сам. Ладно, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Так, дорогие друзья, начинаем заниматься домашними делами. Сейчас вот я меняю постель, это у Оксаны. Чаще меняем у Оксаны, у Марины. Девчонки старшие всегда себе сами меняют. Я только меняю у маленьких. Меняю простыни, также одеяло, подушку. Забрала у нее с пододеяльник, с одеяла сняла. Но вот в конце увидите, что сняла, буду стирать. Детки у меня проснулись уже, слава богу. Довольные, счастливые. И сейчас приберусь и пойдем с вами в магазин. А потом будем стряпать блинчики. Если интересно, то оставайтесь с нами. Также застелила я кресло, как видите, покрывалом. Ну, такое оно нормальное покрывало. Стулья убираем, игрушки убираем. Все прибираем. И занимаемся потом домашними делами. Ребятки играют, мультики сели смотреть, Ванечка с Мариночкой. На столе все чисто. Елку, кстати, мы, да, все еще не убрали. Дети не дают мне ее убрать, но вот прекрасный один день. Соберусь, пока не в школе, уберу ее. Ну, вот такие вот дела. Идем в магазин. Как хорошо, на улице снег идет. Короче говоря, я пошла за молоком. Все-таки сегодня хочу блинчиков наделать. Вот вы меня спрашиваете, Настя, где плитка, почему на ней не готовишь? Ребят, у меня плитка на кухне. Нет, иногда на ней готовлю, но очень редко, потому что я все равно печку каждый день мы топим и утром, и вечером. Смысл мне электроэнергию тогда еще сжигать? Поэтому нет. Я стараюсь готовить на печке, поэтому. Так что вот такие вот дела. Сегодня все-таки хочу блинчики сделать. Сейчас поищу сгущенку. Надеюсь, может, привезли у нас в магазин. Нет, так значит, что-нибудь придумаем, короче говоря. Ладно, пойдемте в магазин за молоком. Тракторы, видимо, опять дорожку. И вот по поводу собаки хотела сказать. Многие возмущаются, что вот я только до поворота. Собака вот здесь вот находится. Вот здесь. Это, по идее, не соседская собака. Они ее прикормили. Это бродячая собака. И поэтому дальше там уже собак таких злых нету. Поэтому я довела ее до поворота. И все. Но если кому-то не нравится, пожалуйста, это ваши проблемы. Так что вот такие вот дела. Это, по идее, вообще не дядя Ваня на собаку. Он просто прикормил у себя двух бродячих собак. У нас тут на нефтяниках очень много бродячих собак, вот этих вот бездомных. И дядя Ваня их подкармливает. А в оконцовке они потом вот его как пытаются, я так понимаю, что они его пытаются защитить и нападают на других. Так что вот так вот как-то. Ладно, пойдемте в магазин. Так, сходила в магазин, что взяла? У нас привезли свежее мясо, утки взяла вот 3 штуки. Они дешевле, потому что получается. И 2 селедки соленых. Так, дальше что взяла? 2 булки хлеба белого. Сегодня все-таки решила делать блинчики, потому что буду на плитке делать, потому что возле печки стоять долго не могу. В тот раз я по этому причине и делала оладушки. Сегодня буду блинчики делать и нашла большую бутылку сгущенки. Молоко. И тут еще 2 литра молока. И у меня дети попросили макарошки с сосисками. Вот эти вот, которые для гриля. В последнем магазине забрала. Ну, тут хватит им по несколько штучек. Все, вот такие вот все покупки. Сейчас будем с вами готовить, кушать. Будем заводить тесто, будем затапливать печку, будем варить суп, будем жарить блинчики. Короче, дел много. Пошлите готовить. Так, мои хорошие, будем делать блинчики. Вот эта вот миска мне чем нравится, то, что в ней можно
без разбрызгов делать. Соль добавляем. Тут у меня молоко, соль, сахара сейчас добавим. Молоко не разбавляла ничем, ребят. Сахар. 4 яйца. И мешаем. Сейчас будем постепенно добавлять муку и все замешивать тесто на блинчики. Решила блинчика все-таки постряпать. Так, вот такое вот тесто получилось. Я хочу еще немножко добавить соды. Совсем чуть-чуть. Граммульку. Так, для вкуса, чтобы они немножко пузырчатые были. Совсем чуть-чуть. Все, ребята, наше тесто на блинчики готово. Так, выключаем миксер. Видите, чем удобно? То, что брызги у меня никуда не улетели. Она высокая емкость, и получилось удобно. Все, видите, какая емкость. Сейчас будем делать с вами блинчики жарить. На плитке буду жарить. Так что вот такие вот дела у нас. Все, ждите, сейчас будем жарить с вами. Так, мои хорошие, сейчас будем блинчики жарить на плитке, которую, как вы пишете, что я продала. Вот, продала, видите, взяла попользоваться, потом обратно отдам. Ну, вы же пишете, что я продала. Сегодня комментарий такой удалила, кто-то про плитку там написал, и написали, что я ее продала. Ну, хотите так думать, пожалуйста, это ваше право. Короче говоря, жарим блинчики на плитке. Сразу объясняю, что на плитке. Сковородку вот эту вот мне немножко Светик испортила. Она тут сильно, видите, вот середина вся такая заляпанная. Сейчас будем жарить блинчики с вами. Сейчас разогреется сковородка получше. И будем жарить. Тесто получилось хорошенькое. Вот меня бесит, когда она вот так вот пикает. Что можно сделать для того, чтобы она не пикала? Напишите мне, когда сковородку поднимаешь, она чтобы не пикала. Ладно, будем жарить блинчики. Как часть пожарю, вернусь к вам. Знаете, вот я некоторым комментариям поражаюсь. Я тут средства забыла убрать. По поводу этой плитки. Она ее продала. Вот что только не пишут, знаете. Какую чушь только не несут. Вам что не имется-то? Зачем я буду продавать вещь, которая мне самой нужна летом, весной и осенью, когда нету, когда на улице тепло, а дома печку топить неохота.
Не понимаю. Вот не понимаю я таких людей, которые вот это вот пишут. Или я такая дура, что я... Ой, уронила, ополоснуть надо, что я ничего не понимаю, да? Или чё? Ну, вот видите, люди разные бывают. Серые, белые, красные. Целую миску налила тесто, сейчас буду делать блинчики. Первый блин всегда комом, а потом уже нормально. Норовишься, так вроде более-менее становится. Ай, господи, какую ерунду только не пишут. Вот до чего люди злые. Я не собираюсь наигранно как-то делать. Я живу своей жизнью, снимая то, что у меня есть. Я не живу там в замках, как вы хотите этого. Ну, это получается. Так, первый блин. Пустовато немножко получилось, сейчас водички добавлю, у меня тут вода стояла. Тут что-то чересчур густовато получилось. Вот такой вот первый блинчик. Сейчас попробуем на вкус, нормально, нет? Вкуснятина. Ладно, жарю дальше.